В этом видео мы расскажем про особенности подключения новых внешних микрофонов, идущих в комплекте к новым андроидным магнитолам в автомобиле, про типичные ошибки, которые допускают установщики при установке таких микрофонов. Также мы расскажем про настройку адаптера для подключения штатного микрофона, который в будущем будем называть для простоты блютузер, про особенности его настройки после установки. Обычно в комплекте к новым андроидным магнитолам поставляется какой-то внешний микрофон. Конечно, микрофон бывает встроен в магнитолу, и плюс еще есть вход для внешнего микрофона. Но, как правило, они внутри самого устройства подключены параллельно. И в результате электрический сигнал с встроенного микрофона и внешнего микрофона там далее объединяется и поступает в те компоненты, которые отвечают за громкую связь. Чем ближе у нас находится микрофон к голове водителя, тем он может тише говорить, и его будет лучше слышно. Поэтому самое идеальное место для установки микрофона было давно уже изобретено производителями автомобилей. Кто-то ставит сюда непосредственно микрофон, кто-то ставит в люстру. У разных марок и моделей автомобиля разный способ установки. Поэтому, когда у нас в автомобиле нет штатного микрофона или мы не можем его подключить, новый микрофон нужно устанавливать как можно ближе к водителю. Какие это могут быть места? Одно из относительно близких мест к водителю — это у нас стык стойки лобового стекла и обшивки потолка. Ну, как видите, скрытно установить не получится, то есть будет видно его очень сильно. Многие установщики практикуют для более скрытой установки, чтобы это не так бросалось в глаза во время эксплуатации, устанавливают микрофон вот примерно вот сюда. Вот. В идеальном мире, если бы эти микрофоны были очень высокого качества, то, наверное, такая установка имела бы место быть, но в некоторых автомобилях она может мешать. Такая установка, как, ну, видите, да, она закрывает там немножко спидометра, хотя в других автомобилях это будет незаметно. Зато она не так сильно бросается в глаза. Но оцените расстояние. Здесь там около 35 сантиметров, а здесь он стоит на расстоянии вытянутой руки. То есть это около 80, наверное, 75 сантиметров. Бывает установка микрофона. Видел, люди ставят сюда. Как-то его протягивают кабель, там как-то его прячут. Что у нас происходит, когда мы открываем солнцезащитный пузырек? Микрофон у нас, соответственно, начинает смотреть куда-то туда, и его функционал заметно снижается. Профессиональные установщики часто, видел, ставят микрофоны в штатные места. Либо сюда достают сам микрофон оригинальный, и на его место ставят новый микрофон. В принципе, пожалуй, это самое дизайнерски правильная установка, но довольно трудоемкая. Для того, чтобы настроить чувствительность штатного микрофона, вам нужно будет сделать звонок кому-то и, разговаривая обычным спокойным голосом, желательно при включенной печке в максимальном положении, потому что часто звонки у нас происходят в движении, а это шум от лобового стекла, от ветра. То есть это хорошо имитирует звук вентилятора печки. Вот. Разговаривая с неспокойным голосом, начинайте повышать или понижать громкость потенциометра до тех пор, пока голос будет относительно естественным, без металлического оттенка, но не слишком тихим. Опять-таки, не советуем делать настройку таким образом, чтобы голос был слишком громким, потому что таким образом микрофон будет очень чувствительный, и есть вероятность поймать эффект эхо. То есть, если просто подключая штатный микрофон, сделайте такую настройку, чтобы он был не слишком громким, но и достаточно громким для того, чтобы вас, собеседник, слышал хорошо. При настройке чувствительности штатного микрофона не нужно использовать средства и приложения, такие как тест микрофона. Штатное приложение Bluetooth, которое установлено на вашу новую Android магнитолу, имеет другие характеристики громкости.
И мы на собственном опыте убедились, что качество звука, записанного через тест микрофона, и качество звука, записанного при общении с собеседником по телефону, очень сильно отличается. Тест нового микрофона, установленного на стыке стойки лобового стекла и крыши. Автомобиль заведен и стоит на парковке. Регулятор вентилятора печки включен в максимальное положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест нового микрофона, установленного на кожух рулевой колонки. Автомобиль заведен и стоит на парковке. Регулятор положения вентилятора печки стоит в максимальном положении. Тест штатного микрофона, установленного в потолке и подключенного через Bluetooth. Автомобиль заведен и стоит на парковке. Регулятор положения вентилятора печки включен в максимальное положение. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Более подробную информацию про Bluetooth вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео.